Oh, hallelujah. Like Randy Shikrata Satea. Oh, let in the Lekroti Shitel Moro City di Grassataya. И будет проповедано сие Евангелие по всему лицу земли, по всем народам, и тогда придет конец. А мы абсолютно знаем, что история человечества, она записывает свои последние строки. История человечества записывает свои последние строки. Если точнее выражаться, мы пишем последние строки истории человеческой. И было как дни, и как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так будет и во дни последние, во дни церкви. Церковь пишет историю. Аллилуйя. То, что делают политики, это не история. То, что делают сегодня поэты и писатели, это не есть история. Но то, что делает церковь, это и созидает эпоху, это созидает историю нашего народа и нашей страны. Аминь. Потому что эту историю пишет Господь. И вы – наше письмо. И это письмо написано на твоих скрижалях и на скрижалях этого народа и этой нации. Это письмо Христово, которое все читают и все узнают. Это летопись истории человеческой. Я рад быть летописцем. Амин. Аллилуйя. Я апостол Павел абсолютно идентифицировал себя с Христом. Он говорит, вы письмо наше. Он говорит, вы письмо Христово. Говорим наше, подразумеваем Христово. Говорим Христово, подразумеваем наше. Но что Христос в нас, и все, что принадлежит Ему, принадлежит нам. И у нас нет ничего своего. Слово Божие – это Его Слово. Дух Святой – это не наш, это Его. Учение – это Его. Церковь – это вообще все Его. И вообще мы тотально куплены с темени головы до подошвы ноги. И мы не свои. Аминь. И мой дом – это не мой дом, моя машина – не моя машина, моя жена – не моя жена. Божья! Аллилуйя! И поэтому отдавайте Божье Богу! И вы знаете, как легко отдать Божье Богу, когда ты поймешь, что это Божье. Пока ты все держишь своими руками и говоришь, моя, моя жена, мои дети, мои деньги – ну и обанкротишься ты со своей женой, со своими детьми, со своими деньгами. Когда ты поймешь, что это все Божье, тогда не будет банкротов. У Бога нет их. Аллилуйя. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Будем говорить о важных вещах и очень серьезных вещах. Господь как-то говорит сегодня серьезные вещи, глубокие вещи. И сейчас ты перестанешь улыбаться. Ты сейчас перестанешь улыбаться. Я буду сегодня говорить о грехе. Что такое грех? И как от него избавиться? И к чему может привести твой неисповеданный грех? Адские глубины, вечная погибель. И нам сегодня необходимо проводить не только духовную работу, но и просветительскую работу. Есть вещи, которые предшествуют духовным вещам. Есть вещи, которые предшествуют духовным вещам. И Господь желает, чтобы церковь, она была светом для просвещения язычников. И вот именно это просвещение, я чувствую, как в последнее время Бог дает именно эту сферу просвещения. То есть мы должны просто вводить те понятия, которые просто отсутствовали в сознании наших людей, наших современников, наших сограждан. Мы должны просто закладывать фундамент для духовных вещей. И просветительская работа – это просто, если хотите, просто знакомство людей с категориями Бога. Знакомство с Царствием Божьим. Знакомство с тем, что имеет Господь к человеку. Свет к просвещению язычников. Я хочу говорить сегодня о проблеме всех проблем. Действительно, существует сегодня проклятие, и существует причина слез, болезни, смерти. Существует проблема и причина наших неудач, поражений, неуспехов. Я верю, что каждый человек абсолютно, он имеет внутри себя этот нравственный закон и прекрасно понимает, как нужно жить, как нужно любить, как относиться к ближнему своему, как относиться к жене, к детям, как относиться к церкви, к государству, как относиться к обществу, в котором ты живешь. Но когда человек
внимательно осматривается вокруг себя, он увидит, что те модели, которые у него внутри, они совершенно не соответствуют тем моделям, которые снаружи. Ты понимаешь, как надо жить, но ты не живешь так. Ты понимаешь, как надо относиться к человеку, но ты так не поступаешь. И ты делаешь совершенно не то, что ты осмысливаешь и что ты имеешь внутри себя. Ты видишь это противоречие, этот конфликт между желаемым и действительным. Очень часто достигает такого апогея, что люди просто вешаются. Люди добровольно уходят из своей жизни. Либо они подаются в наркоманию, в пьянство, чтобы уйти от реальной жизни. Вы понимаете, как многие люди бегут сегодня от действительности, от той жгучей, сумасшедшей, реальной действительности, которая стоит во весь рост перед трезвым, здравомыслящим человеком. И вот именно трезвый взгляд на наши абсолютные реалии, они приводят человека к двум исходам, к двум решениям. Либо, когда человек, видя несправедливость, видя жестокость, видя беспомощность, обреченность, видя неустроенность, видя это проклятие, которое под черной завесой покрыло вообще всю жизнь, человек принимает два решения. Либо начинает попытаться что-то изменить, добиваться справедливости. Он пытается, как Дон Кихот, бороться с мельницами и, обнаруживая свою беспомощность, изменить этот мир. Это несправедливость мира, проклятие этого мира. Он просто, признавая свою беспомощность, уходит в мир иллюзий. В мир иллюзий. Почему наркоманы? Вы знаете, среди наркоманов очень много мыслящих людей, нормальных людей, людей умных, но не духовных. Они мудрые, но они не духовные. В том смысле, что они не знают Бога. И поэтому люди спиваются. Знаете, есть такие очень талантливые, образованные, умницы люди. Они просто спиваются, потому что они говорят, что нет никакого смысла работать, творить. Нет никакого смысла вообще жить на этой земле. И вы знаете, наталкиваясь вот на это проклятие, люди идут первым путем. Они уходят от действительной жизни, от реальной жизни, в мир иллюзий. Что там делают наркоманы? В некотором смысле их можно понять, тех людей, которые мыслят, которые видят, и причина которых, причина трагедии которых заключается в том, что они не разрешили конфликт между желаемым и действительным. Вы понимаете? Многие люди ушли в мир иллюзий только потому, что они не смогли решить конфликт между желаемым и действительным. И потом они пьют беспробудно, и они уходят в мир иллюзий. Кто-то принимает наркотики, видит галлюцинации, видит какие-то иллюзии, он просто существует совершенно в другом измерении. Это один путь, очень простой путь, легкий путь, широкий путь, которым идут многие. Этим путем идет абсолютное большинство наших современников. И поэтому мы видим, как сейчас глубоко это проклятие пьянства, как это глубоко проклятие оккультизма. Многие люди подаются чисто в такую, вы знаете, вульгарную наркоманию. Существует еще другой тип наркомании, оккультная наркомания. Это когда человек, уходя из реальной жизни, начинает заигрывать, флиртовать с оккультизмом, спиритизмом, входить в эти области проклятия, бесовские глубины сатаны. И они там уходят, и они, вы знаете, что-то имеют какой-то такой псевдодуховный, оккультный опыт, и это каким-то образом позволяет людям решать конфликт между желаемым и действительным. Но он не решается этими средствами, он остается такой же жгучий. Потому что когда человек очнется от всего иллюзийного, когда он очнется от всего того искусственного, всего того, что неестественное, когда он снова возвращается в этот реальный мир, с реальными проблемами, с реальными людьми, с реальными болезнями, когда он возвращается в реальный, натуральный мир, этот конфликт, он снова приобретает эти жгучие, болезненные формы. И он снова страдает и мучается. Но есть другой путь. Есть другой путь, как решается этот конфликт. Этот конфликт решается через познание Господа. То есть люди, которые обращаются по пути узкому. Есть широкий путь, есть узкий путь. И писано, что немногие находят узкий путь. И немногие находят узкий путь. Писание говорит, что есть ворота в познание и решение этих конфликтов.
Есть на земле такое состояние, когда твое желаемое и твое действительно совпадает, и ты становишься свободным, счастливым человеком. И этот путь называется «Врата в Царство Божье». То есть на этой проклятой планете, где существуют законы проклятия, где господствует дьявол, есть оазисы жизни, есть та территория, на которой действуют иные законы. Как-то однажды меня спросил один человек и говорит, а каковы же координаты Царства Божьего? Если это Царство Небесное, то их координаты на небе. Я сказал, нет. Царство Небесное может быть и на земле. Небесные координаты можно вычислить и даже на земных просторах. И Царство Божие, оно может иметь еще сердечные координаты. То есть оно может быть внутри нас. Точно так же, как на территории Латвии существует сегодня посольство Швеции, посольство Греции, посольство, может быть, Соединенных Штатов, не знаю, открыли, не открыли. Но, во всяком случае, на территории нашей республики могут быть разные посольства. И там сидит флаг Швеции, коснемся их хотя бы. Там флаг Швеции. Переступая порог этого посольства, ты попадаешь за границу. На этом клочке, вот на этом островке действуют уже не латвийские законы, а шведские законы. Там говорят на латышском, на шведском языке. Там висят гербы и знамена Швеции. И вы знаете, там действуют законы Швеции. Точно так же, как в ту пору застоя, я помню, когда у нас был железный занавес, и он закрывал от нас запад весь. Я помню, как многие беженцы, диссиденты, которые не хотели жить в нашей стране, они убегали от милиции, убегали от секретных агентов, и главная их цель была пересечь порог американского посольства, и они спасены. Потому что наши чекисты за порогом американского посольства были уже бессильны, их руки были коротки, и они не имели права нарушать эти законы. И многие люди-беженцы, они, пересекая этот порог посольства, оказывались на территории Соединенных Штатов, которая была на территории нашей страны. Вы понимаете, то есть территория посольств. Если проще выражаться, это как раз та модель, которая открывает нам координаты Царства Небесного или Царства Божьего, в котором действуют Божьи законы. И те люди в поисках разрешения этого конфликта между желаемым и действительным, не обнаруживая этого царствия, этого посольства неба на земле, не встречая в своей жизни ни разу этих территорий, они разочарованные уходят туда, в этот мир иллюзий, и там стоит просто дежурный дьявол, который отправляет, говорит, нет, нет, нет таких вещей, идите туда, все, и отправляет их прямой наводкой в ад. Но те и честные искатели истины, которые внутри себя обнаруживают эти сигналы, эти импульсы, что не все потеряно, и на земле где-то есть эти участки. Вы знаете, там этот радар, это локация духовного помазания, которое излучает каждая церковь. Она достигает ищущего сердца. И сердце реагирует. И вы знаете, многие люди сюда приходят со совершенно чудесным путем. Совершенно чудесным путем. Они говорят, я каким-то чудом просто здесь оказался. Потому что, когда ты ищешь Бога, ты найдешь Его. Писание говорит, надо, чтобы человек веровал, что Он воздает, потому что Бог ищущим воздает. Это закон такой. Если ты ищешь, Бог выйдет тебе навстречу. И Он тебя обеспечит тебе место пребывания на этой территории, в Царстве Божьем, и когда ты вкусишь здесь законы Царства Божьего, когда ты на этой территории, посольство неба, поймешь, что такое свобода от греха, что такое прощение грехов, что такое искупление, что такое крещение Духом Святым, что такое законы Божьи в действии. Что такое вера, живая, имеющая практические аспекты? Ты увидишь, что между желаемым и действительным не будет никакого конфликта. Я разрешил в самом себе этот конфликт, найдя Иисуса Христа своим личным спасителем на территории Божьего посольства на этой земле. И то, что я имею внутри себя, я вижу вокруг себя. Вы знаете, это великое благословение в судьбе человека. Разрешить конфликт между тем внутренней моделью и той моделью, которая снаружи. И чем больше ты знаешь Господа, тем гармоничнее и сбалансованнее становится твоя жизнь и судьба. Господь избавляет нас от страданий тем, что все наше желаемое становится действительным.
что все невероятное становится очевидным. И наш рационализм терпит крах, потому что мы входим в область иррационального. Сверхъестественно. Территория Царства Божьего, на котором действуют иные законы. И Господь говорит, мое царство не от мира сего. Там могут бушевать жгучие конфликты, политические перевороты. Там может застигать и покрывать землю жгучая инфляция. Но Церковь Божья, она живет по иным законам, в которой Бог является ее президентом. Господь является президентом этого царства, и Он как-нибудь побеспокоится о том, чтобы Его царство не лихорадило, чтобы Его царство, оно не раскалывалось, чтобы оно было непоколебимым и крепким, которое врата ада не одолеют. Аминь. И я просто хочу тебе сказать, что когда у тебя возникает этот конфликт, когда ты действительно видишь противоречие, когда ты видишь, что ты не можешь решить обстоятельства, что обстоятельства, они держат тебя за воротник, и обстоятельства водят тебя по каким-то долинам, по каким-то проклятым долинам, и ты ничего с собой не можешь поделать, значит, тебе нужна церковь, значит, тебе нужен Господь. И я тебе хочу сказать еще одну важную вещь. Я о грехе начал говорить. Что причина, которая мешает нам видеть в своей жизни то, что мы желаем, это есть грех. Грех, он делает разрыв между желаемым и действительным. Грех – это как раз та преграда, которая закрывает нас от Бога. И когда мы в разрыве от Господа, тогда над нами действуют законы проклятия, законы Латвии, например, да? Или законы СНГ. Но когда мы приходим в Царствие Божие, когда мы решаем проблему греха, на нас действуют законы Соединенных Штатов Америки. То есть мы переходим на территорию посольства. И когда мы приходим в церковь и говорим, Господь, я не хочу жить по-старому, я вижу, что грех – это грех. Многие люди сегодня флиртуют и говорят, а что такое грех? Это нужно рассмотреть с какой-то стороны. Нужно еще разобраться. То есть понятие греха относительно. Нет, понятие греха, оно абсолютно. Когда ты грешишь, ты грешишь. Изменяешь жене, ты грешишь. Воруешь, ты грешишь. Лжешь, ты грешишь. Делаешь аборты, грешишь. Если ты сегодня делаешь злое, и совесть тебя осуждает, это грех, в котором ты должен раскаяться. Грех, он никогда не позволит тебе осуществить твое желаемое. Грех искалечит твою жизнь. Какой бы он был, не был тайный, какой бы он не был там сокровенный, ты можешь скрыть свой грех от своей жены, от своего мужа. Ты можешь скрыть свой грех от своих детей, от своих соседей, но от Бога ты никогда не скроешь. Он видит твой грех. И Бог знает, что грех – это причина трагедии и катастроф. Бог знает, что грех – это причина трагедии целых империй, целых цивилизаций. По причине греха, разврата, отступления гибли целые нации. Города горели в огне. Первый мир был потоплен водою по причине греха. И поэтому Бог имеет ко греху очень принципиальное и вполне определенное конкретное отношение. И поэтому, когда ты пытаешься абстрагировать грех, ты просто уходишь от спасения. Ты просто завязываешь еще ту же свой собственный узел на своей шее. И поэтому, когда мы говорим о грехе, мы должны быть предельно честны и нормальны. Потому что грех – причина наших недоразумений, наших провалов, проигрышей. Грех – это промах. Какой-то там богослов говорит, грех – это промах, переводится с какого-то греческого или еврейского языка. Понимаешь, когда ты грешишь, ты промахнулся. Ты просто не попал в цель. Это тебе кажется, что когда ты грешишь, ты как раз обогащаешься, ты достигаешь чего-то своего, чего-то высокого и чего-то значимого. Нет. Если ты грешишь, ты промахнулся. Но если ты раскаиваешься во грехе, ты попадаешь в цель. Ты попадаешь в цель, и награда приходит. Апостол Павел, он обнаруживает эту причину греха в самом себе. И он видит конфликт между желаемым и действительным. Смотрите, он говорит, доброе, которое хочу,
не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Если же я делаю то, чего я не хочу, то есть, вы понимаете, тот жгучий конфликт. Хочу, не делаю. Не хочу, делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, то уже не я это делаю, но живущий во мне грех. Апостол Павел был очень честный к самому себе. И грех он смог назвать грехом. Вы знаете, с чего начинается пробуждение? С чего начинается наш рост, когда мы вещи начнем называть своими именами? И Библия говорит, горе тому, который грех называет ошибкой. Горе тем людям, которые грех называют слабостью. Горе тем, которые грех называют характером. Горе тем, которые становятся адвокатами греха. Потому что Бог осудил грех. Бог ненавидит грех. И только по причине греха Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы освободить людей. Господь заплатил великую цену, чтобы ты был свободен от греха, чтобы ты осудил грех и возненавидел его, чтобы ты стал счастливым, свободным и благословенным человеком. И Сын Иисус Христос, Он был на кресте. Он страдал, Он 6 часов висел на Голгофе. Он отдал жизнь, Он пролил кровь, Он умер, как Агнец Божий, за грехи всего человечества, чтобы решить проблему проклятия, решить проблему греха. И на третий день Он воскрес из мертвых. И на сегодняшний день Господь смотрит на грех, как на осужденный грех, как на подсудимый грех, на грех, за который уже заплачена цена, и от которого ты можешь очень хорошо, быстро освободиться. Я скажу тебе очень важную вещь сейчас. Я буду говорить сегодня о скрытом, тайном, хроническом грехе, который обрекает человека на погибель. В настоящее время все люди отчетны перед Богом. Бог открывает людям дорогу свободы, дорогу благословения, и человек вправе избрать свободу. Свобода выбора у него есть, избрать дорогу проклятия. И Христос говорит, благословение и жизнь я предложил тебе. Жизнь и смерть, благословение и проклятие. И перед каждым человеком есть выход. Один путь – это путь, которым является Христос. Он говорит, я есть путь истинной жизни. Я есть дверь, и ты можешь решить свои конфликты путем Иисуса. Путем спасения, которое уже дано, которое уже совершено для тебя. Другой путь – это путь проклятия. Это путь известный. Это путь варавы. Это путь большинства. Это широкий путь, которым идут все. Которым идут все. Они грешат, это называют гуманизмом. Они грешат и потом называют это человеческой слабостью. Почитайте сегодня газеты, посмотрите, что делает дьявол. Грех перестает быть грехом. Пропагандируется гомосексуализм. Пропагандируется сексуальное извращение. Называется это слабостью. И чуть ли гомосексуалисты не становятся гонимым народом. И объясняются какие-то очень странные вещи, популяризируются фильмы, и которые действительно пропагандируют эту свободную любовь. И грех перестал быть грехом. Свободная любовь приобретает такой, вы знаете, общепринятый статус. И когда у человека одна жена, на ему говорят, что это дефективный мужчина, у него что-то не в порядке. Вы понимали, все наизнанку. Горькое называют сладким, тьму называют светом, свет называют тьмою. И то, что грех уже становится нормой. Вы знаете, Библия, она ни взгляды свои не меняет. Я не знаю, какая бы пропаганда на твои мозги не прополаскивала, я не знаю, каким содержанием сегодня заполнено твое сердце, но я хочу говорить открытым текстом, что всякое нарушение заповедей Божьих – это есть грех. Что есть грех? Господь оставил нравственный закон, который незыблем во все века, во всей вечности. Если Господь сказал «не убивай», значит, когда ты убиваешь, ты грешник. Или ты убиваешь взрослого человека, или ты убиваешь 4-месячного младенца внутри себя. Если ты прерываешь беременность, ты убийца, ты мать-убийца, и это есть грех, в котором ты должен раскаяться. И никакие математические или медицинские обследования или аргументы, они не освобождают тебя от вины убийства. Убийство на разных уровнях есть грех.
Если Господь говорит, не прелюбодействуй, то есть всякая измена и всякое незаконное вступление в половую связь до брака, это есть грех. Это есть грех. Если ты изменяешь своей жене прелюбодействие, ты нарушаешь то, что Бог заповедовал, сказав, не прелюбодействуй. Это есть грех, который приведет тебя к проклятию, который как раз и породит в тебе эту разницу и жгучий конфликт между желаемым и действительным. О каком счастье ты хочешь мечтать, когда ты изменяешь своему мужу? О каком счастье ты хочешь мечтать, если ты изменяешь своей жене? Почему ты сегодня всплескиваешь руками и говоришь, какая несправедливость, какое зло? Ты порождаешь это зло, совершая грех. Мы остановим это проклятие, когда этот грех будет уничтожен в нашем сердце. И я буду как оазис жизни. Я буду как источник нравственности, чистоты и праведности. Тогда придет справедливость. Тогда придет эта гармония жизни. Тогда люди станут лучше, когда я изменюсь и освобожусь от греха. А не тогда, когда ты, изменяешь жене, погрязая в блудодеянии, говоришь о каких-то нравственных нормах. Прекрати этот балаган, прекрати, сними маску и скажи, я грешник, я первый хочу покаяться. Аминь. Господь к тебе обращается лично и говорит, что грех – это грех. И какие бы ты маски ни одевал, или какие бы ты объяснения этому греху ни находил, он не изменит своей сути, и Бог будет его рассматривать как грех. Если грех говорит, Господь, не кради, то запомни, когда ты крадешь, ты грешишь. И грешишь, в общем-то, во-первых, перед Богом, а во-вторых, перед государством. Потому что сначала Бог сказал, не кради, а потом Конституция была написана. Аминь. Ты запомни, что вообще такое грех? И что такое раскаяние? Раскаяние – это не тогда, когда тебе стало что-то тяжело, совесть тебя загрызла, и ты, чтобы освободиться от своих мучений и от, может быть, подозрительных взглядов жены, приносишь покаяние. Покаяние – это когда ты сознаешь, что ты Божий закон нарушил, который сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Аминь? И поэтому, когда преступник, когда разбойник висел на Голгофском кресте, и когда он, осматривая свою жизнь, он сказал, что я хочу тебя, Иисус, попросить об одном в конце жизни своей. Помяни меня в царстве, когда придешь. И Господь сказал, ныне же будешь со мною в раю. Я слышал многие вопросы, которые задают, почему разбойник, который лишил детей мать, который грабил дома, который делал несчастья и проблемы людям, он должен, во-первых, раскаяться перед людьми, а потом перед Богом. Нет, он должен сначала раскаяться перед Богом, а потом перед людьми. Потому что грех – это, во-первых, беззаконие перед Богом, а потом перед людьми. Потому что вначале Бог сказал, не убивай, не кради и не прелюбодействуй. Не пожелай ближнего своего, не пожелай жены ближнего своего. И когда мы становимся сегодня в нормальное и правильное отношение перед Богом, мы начинаем понимать, что грех – это грех. На всех уровнях. И поэтому грех, причина того, что Адам с Евой были изгнаны из рая, они лишились всего благословения. Они наследовали проклятую планету с проклятыми законами, с проклятыми народами. И Господь отдал Сына Своего. И сегодня твое желание быть счастливым, твое желание вырваться из трясины беззакония, несправедливости, и ты сколько раз поднимал этот вопль в защиту прав человека. И сколько раз ты голосовал о том, чтобы дать свободу тем, другим и третьим. Сколько раз мы просили и требовали, чтобы были даны права, чтобы коррупция исчезла, чтобы справедливость была в парламенте, чтобы была честность, чтобы была действительно было человеколюбие и мудрость. Я хочу тебе сказать, что мир изменится, когда ты начнешь изменяться, когда я начну изменяться. От меня оттолкнется Господь для того, чтобы сделать пробуждение в моей семье, в моей стране и в нашем народе. Аминь. Грех. Грех – это то, что нарушает Божий нравственный закон.
Это причина наших страданий и слез. И вы знаете, иногда люди признаются в грехе. Иногда люди таят грех. Хочу сказать, грех имеет вкус. Грех имеет вкус. И часто этот вкус, он действительно прекрасный и чудесный. Я недавно разговаривал с одной женщиной. Я говорил, когда ты покаешься? Она говорит, ты знаешь, я не могу оставить грех. Я люблю это делать. Я люблю это делать. Если я даже покаюсь, то я не прекращу это делать. Мне это нравится. Я нахожу себя в этом. И поэтому я не хочу каяться. Это опять ложное представление. Это извращенное представление. Когда ты покаешься, Бог тебе даст иное отношение к греху. Он даст тебе отвращение к греху. Потому что покаяние — это не просто глупая церемония сказать: «Господь, прости». Сегодня кто-то из вас точно так же мыслит. И Господь тебе говорит сегодня: не думай так, что покаяние не изменит твоего отношения к греху. Когда Господь прощает грех, Он тебе дает победу над грехом. Он тебе дает отвращение к тому, что тебе вчера было привлекательно и приятно. Грех — это убийца. Грех обрек первых людей на смерть, и последних людей он обрекает. Грех не изменился. Я скажу, грех — это есть то орудие, это есть тот закон, который называется закон греха и смерти. Возмездие за грех — смерть. И поэтому дьявол вводит человека в грех, чтобы по закону Божьему он умер. Дьявол манипулирует этими вещами. Но Бог дал нам закон прощения через кровь Иисуса Христа. И поэтому мы с вами манипулируем другими рычагами. Даже если я согрешаю, я прихожу к Богу и говорю: Господь, прости меня. Прости меня, я верю, что кровь Твоя омывает мои грехи. Я не хочу грешить, даже если я люблю этот грех. Я не хочу любить его. Когда ты просишь об этом, Бог изменяет твое мышление. Бог освобождает тебя. И тот грех, который казался гигантом, исполином вчера, давлеющий над твоей совестью, давлеющий над твоим умом, над твоими чувствами, он потом становится вот таким тараканом, на который ты просто наступишь каблуком и скажешь: все, кончено. Я новый человек. Аминь. Потому что Христос умер за грехи. Он умер. И верующим во имя Его Он дает власть быть чадом Божьим. Я тебе хочу сказать еще одну вещь о том, что грех – это процесс. Грех – это процесс. И когда ты грешишь каким-то грехом и не хочешь его оставить, ты прогрессируешь в этом грехе. Вы знаете, ничто не стоит на месте. Ничто не стоит на месте. Если ты грешишь блудом, то ты прогрессируешь. Грех имеет развитие. Уровень греха имеет развитие. Убийцами не рождаются люди, согласитесь. И всякое страшное убийство и страшное преступление — это есть результат того, что когда-то человек начал делать маленькие убийства, маленькие преступления. Большие преступления складываются из маленьких преступлений. Большие грехи складываются из маленьких грехов. И здесь есть развитие. Точно так же, как мы можем расти в святости, мы можем расти в греховности. Точно так же. Если я не прогрессирую в святости, я прогрессирую в своем падении. Очень многие люди думают, что время выветрит грех. Просто он закрывает глаза, и он ждет, как-нибудь все образуется. Пройдет время, месяц пройдет, год пройдет, 2 года пройдет, и как-то время все выветрит, и все станет на свои места. Время, говорят, лучший лекарь. Ты знаешь, что время никогда не выветрит грех? Время никогда не выветрит грех. Твой грех найдет тебя. Грех может затаиться даже на месяц. И тебе может показаться, что это ты... Сила воли у тебя такая, и такой характер, и ты освободился от этого. Это все глупости. Потому что через определенный промежуток времени при соответствующей ситуации этот грех, как зверь,
взорвется внутри тебя. И ты снова увидишь его оскал. Время не выветривает грех. Ты от греха можешь освободиться только когда ты раскаешься перед Господом. И когда кровь Иисуса Христа омоет тебя, тогда ты получишь освобождение от греха. Всякие остальные попытки играть в прятки, в кошки и мышки с грехом, убегая, прячась, они приведут тебя просто к погибели, к разочарованию и к смерти. Я сказал, что грех имеет запах. Грех имеет вкус. Грех имеет величину. И вы знаете, что очень часто грех бывает настолько сладок. Он бывает настолько сладок, что Писание говорит, что люди с ненасытимостью делают преступления. Они чувствуют жажду. Вот когда смотришь на... Я читал вчера эту газету, там в Ростове какой-то убийца, маньяк. Он 53 человека убил, 14 мальчиков, там 11 девочек, 28 женщин. За несколько лет он совершил столько преступлений, он просто при виде крови, он просто кричал от удовольствия. Вы понимаете? Грех извращает все. Грех имеет свои какие-то специфические запахи, вкусы. И поэтому человек наслаждается тем, что противоестественно, мазохизм. Это есть как раз продукт хронического греха. Но таким человек не родился. Он родился обыкновенным человеком. Но когда он не оставил этот грех приобрел чудовищные формы. Он приобрел чудовищные формы. И рождаются вот такие страшилища, рождаются вот такие вампиры, рождаются вот такие маньяки. Грех уродует нашу жизнь. И поэтому ты не заигрывай с грехом. И не будь адвокатом этого греха. Потому что грех, он может иметь... Две природы, или он имеет два начала. Грех может быть по причине твоих естественных, плотских причин. Бывает, знаете, блуд или вот эта сексуальная патология по причине нашей плоти. Просто моя плоть, моя физическая, мои физические потребности, они неукротимые мною толкают меня на преступление. Или если ты чувствуешь, что просто плоть твоя начинает управлять тобою, и ты делаешь какой-то грех, ты чувствуешь это падение по причине плоти. Это может быть не такой страшный грех, но это как раз то время, когда тебе нужно прийти к Господу и покаяться. Почему я говорю о прогрессивности греха? Потому что этот процесс... Этих побудительных причин греха могут от плотского состояния перейти к духовным. И там уже тебя ожидает трагедия. Когда причиной греха является твоя плоть, тебе очень легко можно прийти к Господу и покаяться. Это есть твое благоприятное время. Это есть твое благоприятное время, потому что когда причиной греха является твоя плоть, твоя воля свободна. И ты можешь принять решение и прийти и сказать: Господь, прости меня, я не хочу грешить. Я понимаю разумом, что это грязь, нечистота, что это безумие, но я не обнаруживаю в себе сил, я прихожу к тебе и хочу покаяться. Запомни, грех прогрессирует. И пока он еще базируется на твоих плотских основаниях, у тебя есть все возможности покаяться. И когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, Он простит нас и очистит нас от всякой неправды. И я абсолютно верю в то, что покаяние, оно меняет в сути человека. Оно меняет его в корне, меняет его во вкусах, во взглядах. И это чудесный шанс. Но, когда человек отказывается признаться перед Богом в этом грехе, и он совершает регулярный, хронический грех на основании своей плоти, я хочу сказать, существуют соответствующие демоны. Вы знаете, есть такое зло, как продукт плоти. Ну, то есть, по сути, по характеру человек злой. Но если он не получает от Бога освобождение, не проходит обрезание плоти, чтобы освободиться от зла, то
приходит к этому человеку на основании неисповеданного хронического греха плоти, соответствующий демон, злой дух. И когда злой дух соединяется с злом, который продуцируется от твоей плоти, человек становится одержимым. Приходят бесы и вселяются в человека. И потом мы видим уже не просто злого человека, а мы видим одержимого злом человека. Есть блудник, по сути, человек. Он может быть по своему характеру, по своей природе. Он имеет вот эти патологии. Он прелюбодей. Он по плоти, может, по наследству осталось. И есть блуд плоти. Когда действительно человек грешит, потому что у него плоть такая необузданная. Но если человек вовремя не освободится от этого блуда, побудительными причинами, которые являются плоть, я должен заявить, что у дьявола в армии есть дух блуда, есть демон блуда. И вы знаете, хронически неисповеданный грех является открытой дверью, через которую соответствующий демон под той же именем и фамилией входит в естество человека. И вы знаете, когда дух блуда войдет в человека, это уже маньяк. И это уже человек с парализованной волей, которому гораздо труднее покаяться и принять какое-то решение, потому что когда дух, когда демон, когда бес входит в естество человека, часто процессы становятся необратимые. Почему я сегодня говорю о том, что грех – это игра с огнем, что в последнее время даже в церкви мне приходилось очень часто видеть людей, занятых бесами. Бесы никогда самовольно не войдут в человека, если человек добровольно не откроет перед ними своих дверей. И Господь сегодня говорит об этих вещах, чтобы предотвратить эту трагедию. Знаешь ли ты, что в мире существуют две великие тайны? Первая тайна – это великое благочестие тайна, когда Бог является во плоти, когда Святой Дух, видя наше желание жить праведно, Святой Дух вселяется в нас и несет в своей сути отражение Божества. И существует великое беззаконие тайна, когда дьявол является во плоти. Когда дьявол, видя определенные открытые двери для самого себя, видя, что человек от Господа таится, он от Бога закрывает дверь. Вы понимаете, когда человек хронически, регулярно грешит каким-то тайным грехом, он закрывается от Бога, он закрывает дверь от Бога, но в то же самое время он открывает ее для дьявола. И великая беззаконие тайна, она реализуется в судьбе тех людей, которые отказываются подчиняться Богу. Я бы очень хотел, чтобы вы, мои друзья, вы могли в своей жизни встретить первую тайну, которая станет явной, чтобы Бог явился в твоей плоти. Святой Дух просвещает, который обличает, который исправляет, который выводит нас из проклятия и делает нас детьми Божьими. Потому что когда великое беззаконие тайна коснется твоего естества, я повторяю, процессы часто бывают необратимыми. Не потому ли сегодня столько одержимых людей ты встречаешь вокруг себя? Вы посмотрите, как носятся сегодня на наших трассах автомобилисты. Вы посмотрите в автобусах, сколько одержимых людей, из глаз которых смотрят дьявол и демоны. Вы посмотрите, молодежь, которая вокруг нас сегодня вращается, сколько уже людей, которых осуществилась великая беззаконие тайна. Видишь, что в людях живут бесы. Ты видишь, что он человек с тобой разговаривает, глаза вот так вот бегают, в них живут бесы. Смотришь, как мало чистых людей, как мало нормальных людей, как мало сегодня тех праведных людей. Но мы здесь сегодня находимся для того, чтобы проповедовать об этом, чтобы освобождаться от проклятия, чтобы твое естество стало вместилищем Духа Святого. Аминь. И мы будем воевать против дьявола. И мы этих пленников отпустим на свободу. Я сейчас зачитаю тебе одну иллюстрацию, которая позволит тебе нечто увидеть. Здесь книга судей.
свидетельствует об одном грехе, который совершил колено Вениаминово. Это очень страшный грех. Итак, я читаю 19 глава книга Судей. И вот, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефрема. Он взял себе наложницу из Ефрема Иудейского, и наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего Ефрема Иудейский, и была там 4 месяца. И муж ее встал и пошел за ней, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его, удержал его. Тесть его, отец молодой женщины, и пробыл у него 3 дня. Они ели, пили, ночевали там. И в 4-й день они хотели идти, но они остались. Остались еще на 1 день. И дальше, когда они пошли домой, этот молодой левит со своей женой, и они зашли в Гиву Вениаминову. И повернули они туда, чтобы пойти переночевать в Гивере. И пришел он, сел на улице в городе, и с поля шел один старик с работы, он пригласил его домой. Жители города сего были сыны Вениаминову. И они зашли в этот дом. И они накормили их, напоили. И что самое интересное, когда они развеселились, 22 стих, жители города, люди развратные, окружили дом, стучали в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, и мы познаем его». Понимаете, люди этой Гивы Вениаминовой, они были гомосексуалисты. Они увидели человека, этого левита, который зашел в дом, и собрались. Вы понимаете, дьявол собирает целую армию служителей. Они окружили дом и говорили: выведи этого человека, и мы надругаемся над ним, мы познаем его. Это проклятие в Гиве Вениаминовой. Хозяин дома вышел к ним и сказал: нет, братья мои, не делайте зла. Эта история закончилась тем, что хозяин дома, он вывел не мужчину, а женщину. И там под нажимом этих жителей, женщина, которая вышла из этого дома, она была изнасилована, над ней надругались, и она умерла. И она умерла. Это все происходило в одном из колена израильского народа. Колено Вениаминово. Всего было 12 колен, но в одном колене завелась вот такая нечистота, завелась вот эта болезнь Содома, гомосексуалист. Гомосексуализм – это извращение и само преступление. И посмотрите, реакция всего Израиля. Весь Израиль, он был возмущен таким преступлением. Такой грех, такой позор. Такая репутация, вы понимаете, перед всеми внешними людьми. Вы знаете, реакция на грех у нас должна быть однозначная. Грех – это грех. Если ты совершил, ты должен признаться, раскаяться и освободиться. Потому что Бог ненавидит грех. Грех – это причина проклятия. И посмотрите, все остальные колена, они среагировали однозначно. И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская перед Господом в Массифу. И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы, 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: скажите, как происходило это зло? И левит, муж убитой женщины, отвечал: как это произошло? И восстал весь народ, как один человек, и сказал: не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот, что мы сделаем ныне с Гивою, пойдем по жребию. Итак, возьмем по 10 человек 100 из всех колен Израиля, чтобы они принесли съестных запасов, которые пойдут против Гивы Вениаминовой, наказать за это срамное дело, которое они сделали в Израиле. И послали колено Израилевы во все колено Вениамина сказать: какое гнусное дело сделано у вас. Итак, выдайте нам развращенных людей, которые в Гиве. Мы умертвим их и искореним зло из Израиля. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых. А сыны Вениаминовы собрались
войною, чтобы пойти против сынов Израилевых. И насчитали в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Вы понимаете, реакция всего Израиля была совершенно однозначна по отношению к этому колену. Они говорят, мы не хотим уничтожать все колено. Точно так же, как Бог сегодня обращается к тебе, говорит, я не хочу смерти грешника. Я хочу, чтобы был искоренен этот грех. Дайте мне этот грех, исповедуйте этот грех. Покажите его передо мною, я и уничтожу его, а вы будете жить. Вы понимаете, Бог этого хочет. Но тот человек, который сегодня начинает оправдывать этот грех, точно так же, как сыны Вениаминовы, они вместо того, чтобы выдать этих развращенных людей, которых, может быть, не так много было, и сказать истину, это позор, это срамное дело, это грязь, это нечистота. Зачем нам портить отношения со всем Израилем? Зачем нам этот грех? Они вместо того, чтобы исповедать грех, они скрыли его. Они окружили его какой-то тайной, и вместо того, чтобы признаться в нем, они вооружились. Они вооружились оружием, они сказали, мы пойдем против вас. И началась гражданская война. Я тебе хочу сказать, что неисповеданный грех обладает силой. Неисповеданный грех, который таится на глубине твоего сердца, он обладает силой. И эта сила носит разрушительный потенциал. Эта сила, она тебя разрушит. Как бы ты сегодня не защищался, не оправдывался, как бы ты сегодня не воевал идеологически или теоретически в пользу гомосексуализма, в пользу абортов, в пользу, может быть, своего гуманизма, в пользу, может быть, других каких-то концепций. Я хочу сказать, твоя война обречена. И тот, кто оправдывает грех, тот падет от самого греха. И когда мы читаем дальше, как развиваются события, вы посмотрите, Гива Вениаминова вооружилась и начала войну. И я читаю лишь определенными отрывками. «И Вениамин вышел против них из Гивы во второй день и еще положил на землю из сынов Израилевых 18 тысяч». И были даже периоды, когда вот это греховное колено, они поражали Израиль. Но дальше. Пришли пред Гиву 10 тысяч человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение, но сыны Вениаминова не знали, что предстоит им беда. Очень жаль и очень печально, что многие из тех, кто таит грех, хотя называется коленом Вениамина, хотя входит в состав Израиля, хотя входит в состав церкви, хотя называется христианином, хотя ты называешься порядочным человеком, хотя ты называешься интеллигентным и образованным человеком, порядочным мужем, но где-то внутри у тебя грех, и часто эти люди не знают, что им предстоит беда, потому что твой грех тайный, он однажды станет явным. И грех, он всегда приведет тебя к позору. Рано или поздно, как бы ты ни защищал, как бы ты ни воинствовал, как бы ты ни отстаивал его, тебя ожидает беда. «И поразил Господь Вениамина перед израильтянами, и положили в тот день израильтяне и сынов Вениамина 25 100 человек, обнажавших меч. И когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду. И засада поспешила и устремилась к Гиве, и вступила, и поразила весь город мечом». И дальше. «Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда». Очень часто люди не догадываются, что грех – это есть бомба с часовым механизмом, которая рано или поздно взорвется. И многие заигрывают с этим грехом, оставляют его в тайне и не знают, что будет беда. Но придет однажды час расплаты. Однажды придет расплата, но часто это бывает слишком поздно. И вот Вениамин увидел, что постигла беда, и сеча преследовала их. И пало из сынов Вениамина 18 тысяч человек. Оставшиеся обратились, побежали к пустыне, и побили еще израильтяне на дорогах 5 тысяч человек. И гнали за ними до Гидона, и еще убили 2 тысячи человек. Всех же сынов Вениамина, падших в тот день, было 25 тысяч человек. И обратились оставшиеся, и убежали в пустыне к скале и так далее. Израильтяне же опять обратились к сынам Вениамина, и поразили их мечом и все остальное. И поклялись израильтяне в Массифе, говоря, никто из вас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество.
И сжалились сыны Израиля над Вениамином, братом своим, и сказали: ныне отсечено одно колено от Израиля. Вы понимаете, как серьезно сегодня Господь говорит нам о тайном, сокровенном, хроническом и неисповеданном грехе. Этот грех, он заставит тебя платить сначала 30 тысяч, потом 20 тысяч, потом 100 тысяч, пока не отдашь последнее. Грех требует высокую плату. Но ты должен понять, что эту плату отдал уже Иисус Христос. Он отдал свое тело. Он отдал свою жизнь. Он пролил свою кровь. И то, что требовал грех, все эти тысячи Господь уже заплатил на Голгофском кресте. И тебе сегодня нет никакого смысла отдавать греху свое здоровье, своих детей, свои деньги, свою машину, свой дом, свое здоровье, свою молодость, свое настоящее, свое будущее. Господь уже уплатил цену. Посмотри, какая трагедия разыгралась в Израиле. Посмотри, когда человек отказывается исповедовать грех, он не понимает, что он держит за пасухой огонь, который сожжет его. Когда сегодня отказываешься назвать вещи своими именами, запомни, Бог все это видит. И Бог сегодня просто стучится в твое сердце и говорит, что всякий неисповеданный грех погубит тебя. Посмотри, колено Вениаминова. Это независимо, верующий ты или неверующий, христианин ты или не христианин, или ты язычник, далекий от Бога, или ты сегодня знающий Бога. Колено Вениаминова, израильтяне, евреи, избранный народ. И неисповеданный грех, он привел к такой великой трагедии, когда колено было отсечено. Если ты не освободишься от греха, тебя постигнет участь однозначно вместе с грехом. И посмотрите, какая трагедия. Израиль лишился целого колена. Заигрывать с грехом чрезвычайно опасно. Бог осудил грех. Бог ненавидит грех, потому что грех – это орудие дьявола для того, чтобы погубить тебя, для того, чтобы лишить тебя всего. Вы понимаете, грех по плоти, он приведет человека к одержимости. Почему колено Вениаминова не раскаялось? Потому что дух блуда, дух этого разврата, дух гомосексуализма, дух вот этого извращения, он вошел в их умы. Он оккупировал их сознание, их совесть, их волю. И они не могли уже принять здравое решение. Они опоздали во времени. Когда соответствующий демон входит в естество человека, человек лишается этого. Я хочу тебе сейчас объяснить, почему Вениамин погиб. В чем суть трагедии Вениамина? Эта трагедия Вениамина повторяется в судьбе каждого человека, который не отказывается от своего хронического, регулярного, тайного, совершаемого греха. Эта трагедия Вениамина, она имеет продолжение. Так же, как дух Каина, он сегодня господствует здесь, на земле. Точно так же и трагедия Вениамина, она снова и снова воспроизводится в судьбах людей. Почему? Мне часто люди могут задают вопрос: а если бы Ленин покаялся, Бог бы спас его? А если бы Сталин покаялся, Бог бы спас его? А если бы Гитлер покаялся, Бог бы спас его? Я так отвечаю: теоретически это возможно. Теоретически это возможно, потому что Бог говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но практически это было уже невозможно. Потому что человек, который уже полон бесов, и дьявол, входя в человека, парализуя его волю, он никогда не позволит человеку совершить покаяние. Ни один одержимый человек, ни один человек, в которого уже вошел дьявол, он никогда не сможет покаяться. Ленин не мог раскаяться, потому что он был полон бесов, которые всякий раз, когда он пытался говорить Господи, они душили ему горло. Для покаяния Бог дает свое время, благоприятное время, когда еще свободен твой разум, когда еще свободна твоя воля и твои чувства.
Гитлер не мог покаяться, потому что он был полон бесов, которые извращали его мышление, которые держали вот так вот его совесть и его волю. Он не мог покаяться, потому что как только он открывал свои уста для того, что он вообще, у него даже мысль была парализована в относительно покаяния. Он не мог покаяться. Дьявол, который живет в человеке, он крадет шанс покаяния и все остальное. Посмотри, пожалуйста, сейчас Иуду. Что произошло с Иудой? Открой, пожалуйста, Евангелие. Открой, пожалуйста, Евангелие Иоанна. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна 13:27. Мы говорили там колено Вениаминово. Мы говорили, что там израильтяне потерпели такую катастрофу по причине неисповеданного тайного греха. Здесь мы говорим тоже об одном колене, мы тоже говорим об одном апостоле, а об одном ученике, его имя Иуда. Его имя Иуда. И здесь так говорится. С 18-го. Не о всех говорю я, но знаю. Но да сбудутся Писания, едущий со мною хлеб поднял у меня пету свою. Истинно говорю вам, принимающий того, когда я пошлю, меня принимает. И сказал это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевая, о ком он говорит, один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса, и Симон дал знак, и он, припав к Иисусу, спросил ему: кто это, Господи? Иисус говорит: кому я, обмакнув кусок хлеба, подам? И, обмакнув кусок, подал Иуде, Симону Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. И тогда Иисус сказал: что делаешь, делай быстрее. Вы посмотрите, сатана вошел в человека. Какое право имеет дьявол входить в человека? Моральное право дьяволу входить в человека дает хронический, регулярный, систематический, неисповеданный грех. Будь то трижды католиком, будь то четырежды пятидесятником, будь то десятижды харизматом или свободным христианином. Я говорю сейчас ко всем. Я обращаюсь сейчас с этим словом к людям всех социальных и всех духовных прослоек. Иуда, он был апостолом. Он имел сребролюбие, он имел алчность. И часто ты думаешь, алчность – это вы знаете, ну, это характер, это наследство такое, это какой-то там, может быть, срыв или там слабость. Это не слабость, это грех. Его пристрастие к деньгам, его страсть к сребролюбию, корень всех зол есть сребролюбие. И когда он не отрекается от этого, и когда он не раскаивается в этом, и когда он не приходит к Господу и не говорит: Господь, я вижу, что деньги руководят мной, мамона связала меня, я не могу быть, меня тревожат эти вещи, я не могу быть без денег, и ради них я все отдаю. Понимаете, когда ты сегодня обнаруживаешь эту страсть, когда ты видишь, что тобой руководят какие-то идолы, и ты не исповедуешься в этом, когда ты крадешь, когда ты хронически утверждаешь этот грех, запомни, ты открываешь дверь для дьявола. И когда ты грешишь и делаешь праведные дела, ты святотатствуешь. Когда ты сочетаешь беззаконие и служение Богу. Когда ты сочетаешь праведные дела и неправедные, ты святотатствуешь, ты огорчаешь Бога. Ты просто, закрывая от Него свою дверь и свое сознание, сотрудничаешь с дьяволом. Это есть прелюбодеяние. Это есть страшный грех. И посмотрите, к чему приводит неисповеданный грех. Там Вениамин погиб. Его просто уничтожили. Здесь Иуда со своим неисповеданным грехом, он открыл двери для дьявола. И Писание говорит: и вошел в него сатана. Знаете, когда сатана приходит в человека, уже поздно каяться. И часто покаяние, оно невозможно. И Писание говорит, что произошло после того, когда сатана вошел в Иуду. И он пришел, взял эти деньги, он взял эти серебряники, он решил каяться. Вы понимаете? Он решил каяться, он взял эти деньги, он принес их к фарисеям, бросил и сказал: я предал кровь невинную. Перед людьми дьявол позволит еще раскаяться Иуде. Но покаяться перед Господом он никогда не позволит.
и в своем отчаянии, в отчаянии, в глубоком сознании того преступления, которое он совершил, посмотрите, к чему приводит нераскаянный грех. К чему приводит одержимость по причине нераскаянного греха. Он пошел в петлю. И Писание говорит, Иуда удавился. Позорная смерть. Собачья смерть. Смерть бесславная. Христос умер за наши грехи по Писанию. Христос хочет, чтобы твоя жизнь была благословенной. И Он хочет, чтобы твоя смерть была славная. Чтобы твоя смерть была переходом в Царство Божие. Чтобы она была красивая. Чтобы после твоей смерти люди могли говорить, это был человек. Он оставил добрый след. Павел, который говорил, течение совершил, веру сохранил. А теперь мне готовится венец жизни. Славная жизнь. Славная смерть. Славное настоящее. И славная будущность без греха. Аллилуйя. Я сегодня очень тронут. И Господь очень глубоко хочет вырвать это проклятие из твоего сердца, из твоего сознания. Вы понимаете, эти трагедии, они сплошь и рядом. И когда ты смотришь вокруг себя, и на уровне христианском, и на уровне своих друзей, грех косит людей. Беззаконие уничтожает и калечит судьбу. И сегодня стоит Христос, который говорит, приходите ко мне все труждающиеся и обремененные. Запомни, ищи Господа, когда можно найти Его. И призывай Его, когда Он близко. И не позволь дьяволу войти в твое сердце. Запомни, что Бог видит тебя. Бог смотрит на твое сердце. Бог готов помочь тебе. Бог не будет осуждать тебя. Израиль пришел и говорит, выдайте к нам этих развращенных людей, и мы истребим их. Пойми, Бог не хочет истреблять тебя. Бог не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос умер, чтобы ты не умирал. Христос пошел в ад, чтобы ты не пошел в ад. У Него ключи ада и смерти, у Него ключи Царства Божьего. И Он имеет власть прощать грехи. Он говорит, если бы грех был твой, даже как багряное, как пурпур, как снег убелю. Есть одно средство, которое омывает наши грехи. Это кровь Иисуса. Это кровь Иисуса, которая пролилась на Голгофе. И какой бы грех ни был у тебя тяжелый, какой бы грех ни был тяжелый, какой бы он ни был страшный, кровь Иисуса омывает и делает снега белее. Аллилуйя. Когда Савл, будучи полон зла, когда Савл полный ненависти к церкви, он шел и встретился Иисус. И сказал, Савл, что ты гонишь меня? Савл не стал вооружаться и говорит, я праведник, я фарисей из фарисеев, я законник. Я делаю, потому что я так понимаю правильно. Он не стал делать так, как делал Вениамин. Он раскрыл сердце и сказал, таков, как есть. Кто ты, Господь? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. И он капитулирует, он открывается, он говорит, а что теперь мне делать, Господь? Я осознаю, что я грешник. Он говорит, теперь делай то, что я тебе скажу. Как важно открыться сегодня перед Господом. Как важно понять, что за твой грех заплачена цена, и нет смысла тебе платить за этот грех, потому что она слишком высокая. И ты никогда не заплатишь за свой грех. Ты можешь отдать жену, ты можешь отдать детей, ты можешь отдать имение, ты все отдашь, и ты не заплатишь полной цены, которую требует грех. Потому что грех будет требовать твоей смерти. Возмездие за грех – смерть. Это последняя цена, которую ты отдашь. Но Христос умер, Он уже заплатил всю цену. Чтобы не быть тебе рабом, чтобы не быть тебе этим нелепым орудием, марионеткой в руках проклятия и дьявола. Христос хочет дать тебе гармонию и свободу, мудрость от Господа, чистоту и святость.
Как приятно в глаза смотреть чистым взором. Как приятно утром просыпаться с чистой совестью. Как приятно жить среди людей, любя их, не подозревая. Имея внутри сверхъестественную Божью любовь, которая создает оазис жизни там, где бы мы ни находились. Как приятно ходить в чистоте и святости вместе с Богом. Когда ничто не давит тебя, и никакая плита, она не прижимает тебя к земле, когда совесть твоя чиста. Когда ты живешь так, как ты мыслишь. Когда между твоим желаемым и действительным нет разницы. И даже если ты встречаешь временные проблемы, ты их перешагиваешь во имя Иисуса очень легко. И твое процветание приходит Божьими путями. И благословение твоей семьи приходит Божьими путями. Господь заплатил цену. Господь заплатил цену. Господь заплатил цену за твое и мое счастье. Аллилуйя. Я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя, Господь. Я благодарен тебе, Господь. Я благодарен тебе, Господь. За кровь твою. За жертву твою. Я благодарен тебе, Агнец Божий. За то, что ты все сделал. За то, что ты не хочешь смерти грешника. О, Дух Святой, пройди сейчас по рядам. Дух Святой, пойди по рядам. О, пусть Дух Святой обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Пусть придет свет, пусть придет ясность, пусть придет трезвость, пусть придет честность, пусть придет мудрость от Бога. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, открой этот путь спасения. И тех, которых ты определил ко спасению в этот день. О, Господь, плени своей любовью. Плени Духом Святым. О, аллилуйя. Великое благочестие тайна. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. О, Бог, явись во плоти каждого присутствующего здесь. О, Дух Святой, явись во плоти каждого присутствующего здесь. Аллилуйя. О, ракити лего шатай. О, раки шакала рабакати сатис. О, Господь, ты даешь чувство вины греха. И ты даешь чувство покаяния. Ты разделяешь человека. Ты осуждаешь грех, но человеку даешь милость. И ты даешь человеку способность принести глубокое раскаяние перед тобой. О, Господь, пошли это раскаяние сейчас, глубокое раскаяние в сердца народа твоего. В сердца тех, кто находится здесь. Пусть этот день станет поворотным днем в жизни и судьбе. Мы не хотим защищать то, что ты осудил. Мы не хотим оправдывать то, что ты приговорил к смерти. Нам не нужен грех. Мы не хотим быть рабами греха. О, великое благочестие тайна. Великое благочестие тайна.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, Дух Святой. О, Дух Святой. О, Дух Святой, соверши свою глубокую работу. Соверши свою работу. И Бог повелевает всем и повсюду покаяться. Бог повелевает ныне всем и повсюду покаяться. Зачем умирать? Для чего нести проклятие, слезы, болезни и смерть? Бог хочет твоего благословения и спасения. И Он говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кем бы ты ни был, будь то Вениамином, или Нефалимом, или Завулоном, или Иаковым, будь ты Петром, Варфоломеем, или Иудой, кем бы ты ни был, всякий, кто призовет имя Господне, всякий, кто исповедует свой тайный грех, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Пришло время покаяния. Я бы хотел, чтобы находящиеся в зале, которых коснулось это слово, и которые хотят принести покаяние за свой хронический грех. Не надо говорить мне о том, какой он грех, как он называется, потому что я не могу его простить, и я ничем не могу помочь тебе. Но когда ты скажешь, Господь, Иисус Христос, я не хочу дальше грешить этим грехом, потому что Ты умер за меня, прости, очисти. Иисусу нужно знать из Твоих уст, какой грех сегодня, какой грех сегодня мешает Тебе, какой грех разрушает Тебе. Скажи Господу об этом, и Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. И выбросит этот грех так далеко, как далеко восток от запада. Он выбросит за хребет и забудет об этом. И не будет никогда вспоминать. Он даст тебе отвращение к этому греху. Аллилуйя. Он изменит твое отношение. Он Бог Святой. И когда Святой Дух касается, Он делает тебя святым, то есть отделенным от греха и праведным в Боге. Аллилуйя. Если ты хочешь совершить это глубокое раскаяние, я прошу, подними руку. О, Дух Святой. О, Дух Святой, я благодарю тебя. Я прошу всех встать. И те, которые приняли руки, я приглашаю вас пройти вперед.